что тебе дал логотип? Ой, спасибо большое, Маламус. Дракоша проведет нулевку для вас. Хорошо. Может, вот так? Представляете, ребят, вот такой логотип будет, а? Идеально же, нет? Так, кстати, правильно расставленные приоритеты на стриме, ребят. Все-таки это, ну, стрим рекламы с перерывами на контент, понимаете? В первую очередь. Спасибо большое, Маламус. Ну что, всем привет. Всем желаю хороших игр. Там, ребят, заходите. Не помню, когда я играл последний раз, наверное, на турнире Олси, по-моему. Нулевку, заходите участвовать в Дискорде. Я еще как-то вроде заходил на пару игр, но, кажется, это давненько было, когда мы там еще с Броулом катали. Я думаю, это было до турнира Олси. Вот. Много у нас сегодня желающих поиграть. Я думал ночью над тем, что мы разделились практически по географическому признаку. То есть здесь у нас почти киевский стол. С поправкой, мне кажется, очень приятной на игрока номер 10. Ну, игрок номер 9 как бы временно киевский стол, правильно? Вот, все остальные это прям вроде все киевляне, так что так и получается. На самом деле стол очень прикольный. Не знаю, как там будет у ребят за соседним столом. Я бы прям вот примерно таким составом и продолжил с удовольствием. Сабгол на космополитен. Я красный, не спасибо, знаю, что там такого супер крутого сказать, чтобы донести свой цвет. Постараюсь его доносить по ходу дела, там, на попили на следующих кругах. Не считайте игроков 1, 2, 8 суперэкспертами по цветам друг друга. Мы будем стараться попадать, но какого-то 100% попадания не будет. Что-то мне не понравилась последняя фраза именно первого игрока про то, что, типа, не считайте экспертами цветов друг друга. Ну, как бы, я не знаю, мы вроде как... Ну, смотри, с Мишей я давно уже не играл вообще. Мне кажется, Миша просто уже давно сам не играет. Да, вот, больше вот как раз турнир ведет. Что касается тебя, Алекс, мне кажется, что я тебя видел именно неделю назад. Вот где-то ты играл просто в лобби. Я не могу сказать, что, ну, это был прям месяц. Ты же в первом отборочном участвовал. Вот. Поэтому ты играл точно позже. Но это такое. Ладно, мне речь первого игрока, знаете, вот, ну, как бы, ни холодно, ни жарко. Ну, то есть, я не понимаю, это красная речь, черная речь. Ну, просто хорошо поговорил. Александр, просто можем потом это обсудить с тобой в чате, если ты останешься, мысли, Александр Чар. Были какие-то наблюдения, поэтому... Я уже на этот счет отвечал. Госпожа Паника вот просит паузу. Ты не ну, хорошо, первый. Я, короче, с первым сыграю, потому что я пока не вижу причин, почему бы мне с ним не сыграть. Но я говорю, я не нашел его точно красным, поэтому посмотрим на попиле, какие он цвета даст, и тогда можно будет уже определиться. Значит, смотри, Александр Черн, рассказываю тебе следующую информацию. То, что ты пишешь там про денег не выведут после заноса, ну, типа, тебе надо как-то подтверждать свои слова. Ребята, я буду паузу ставить в конце речи, я не буду перерывать речи, окей? Вот. Знали. Я слежу, не переживай. Во-первых, как бы ты бросаешь какую-то информацию без пруфа, довольно неприятную, оскорбительную. Это раз. Два. Поддерживают мой стрим, поддерживают мейнкаст люди, как бы, какие вопросы. Вот. Три. Если есть у тебя какие-то проблемы, спеши, будем выяснять там. Ну, если поддержка тебя что-то не отвечает, не помогает, давай обсуждать, ну, скидывай, что не так. Вот. Факер черненький? Да я бы не сказал сильно. Хотя... Сейчас надо подумать. В целом, смотрите, в целом я бы сказал пока что так, что первый игрок у меня краснее, чем второй, потому что второй покопался в первом, но не так, как, типа, то есть, первый был неорганичный. Именно у него бывают на первом слоте речи подготовленные крутые, он сел на первый слот, он мог подумать за сегодня, что сказать, и что-то особо ничего не сказал. Либо не хватило времени, либо, то есть, и так можно интерпретировать его речь, а второй не понял этого. Ну, то есть... Короче, второго, наверное, подозреваю все-таки. Я лично. Какой-то турик? Не, просто играем фанки, ребят. Это фанки. Да я подумал, что можно сегодня это собраться в хорошей компании и покатать. Доброе утро, город. Красный игрок, мирный житель. Всем приятной игры. Вы говорите, неделю не видели, да? Но договорки тоже не видели. Игрок номер два. А договорки не видели? Люди, первого? Которые агитируют игры, спали, да? Ну, это не просто неправда, что ты пишешь монетизатор. Так, я играю с игроком номер два. Ну, глупый аргумент, но потому что пытался пошутить. Мне кажется, два красные. Если он не видел первого неделю, мне кажется, образ первого игрока или любого другого у него сохранился бы, если бы он видел бы их ночью. Поэтому, мне кажется, красные два. Может, аргумент не рабочий, это то, как я подумал. По первому игроку пока не ясно, то есть не знаю, почему у него настроение такое. Вот.
он веселый, но в некоторых играх, когда он красный, он немного грустный, как будто не знает, кто черный, а сейчас его веселость меня настораживает, но это может быть связано совсем с чем-то другим. Просто надо первое переслушать его мысли и позицию. Красный. Так, ну мне не понравился 3, вот, а в игроках 1-2, мне кажется, второй красный, мне кажется, первый не черный, ну чисто потому, что я не вижу связки 1-3. 3 мне не понравился, потому что у господина инженера есть такие заготовочки, с которых он начинает речь черным игроком. Я не сильно видела, чтобы господин инженер улыбался и говорил такие заготовочки в начале речи игроком красным. Поэтому пока у меня эта связка работает, я третьего буду считать скорее игроком черным. Ну что это было, что вы на договорке не видели, и с улыбкой в камеру, и милый господин инженер, не так выглядит красный инженер. Красный инженер никогда столу не понравится. А черные понравятся сразу. 7-я скажет, кто вы. Но для этого надо, во-первых, знать заранее цвет 7. Я и очно игрока номер 7 очень люблю, но не определяю. А заочно вы от меня слишком многого хотите. Я играю 1-2, второй красный, первый, мне кажется, не в 3. И мне кажется, что третий игрок крайне подозрительный. Вот это не точно, я не подсматривала. Но мне почему-то... Настало время разобраться в цвете паники. Паника, ты черная? Все, паника черная. Здесь мы упростили игру. Паника черная, значит, не слушаем по ней цвет господина инженера. У меня есть свой маркер, поняли, по разным игрокам. Этот маркер такой, когда человек употребляет не то слово, которое уместно в данном контексте. То есть, вот как я сказал, слово маркер. Вы сказали, у меня пока эта связка работает по инженеру, хотя имели в виду слово маркер. За это я вас подозреваю, госпожа Адлер. Вот я так Марту очень часто ловил. У нее типа с кристально чисто, прозрачно чисто очень часто проблемы. Вот, я буду очень требователен к цветам твоего бати, моего бати, вашего бати, потому что мы с ним, когда играли в пятницу, он прям очень хорошо играл. Прям очень много именно игровых, логических, мотивационных или счетных аргументов, поэтому я к нему буду просто требователен. Пока я просто играю с игроками 1-2, и мне хватит, поняли, 3-4 пускай сами разбираются. Вот, где я объяснил, почему я лично подозреваю четвертую, но типа, а вдруг я в ней ошибаюсь, а она не ошибается в инженере, правильно? Вот, я не говорю, что там вообще обязательно есть черный, просто она не хочет... Так, ну, на мою позицию сильно, ну, типа, вот, что она позиционная, не ориентируйтесь, вот. Мне показалось, что первый не черный, мне показалось, что 4 не черное, и 5 мне тоже показался не черным, вот. Поэтому я вот как бы как-то так сыграю. Вот, мне второй не очень понравился. Я не знаю, что вы его там таким красным нашли. Может, я, конечно, заблуждаюсь, но мне показалось, что была очень искусственная речь. Вот, так же, как у третьего. Я сыграю вот без 2-3, сыграю 1-4-5. Вот, игрок номер 1, вам муж передает привет. Я вас слышу в своем доме чаще, чем мужа. Мы просто, ну, как-то немного разговариваем, а ваши вот видео он смотрит постоянно, поэтому, да, привет. Что, передаю цвет, передаю слово панике, эксперт по моему цвету, она тут одна, мне кажется, меня находит красный. А, ну все, хорошие игры. Кому мне? Кому-то еще? Так, смотрите, я на речах игроков 1-2 отлагивала, поэтому нормально цвета их не видела, плюс мне постоянно приходится заходить на Twitch LCO, смотреть, двигаюсь я или нет, плюс мои ребята прекрасно поступили, пошли выгуливать Брайана, заказали маг, я должна была его забрать, поэтому сори, что я паузу спровоцировала. Я думаю, много красных в игроках 1, 4, 5, 6. Первый — это я по вам беру. Четвертое, ну, пусть будет, короче, вот. Почему красный пятый? Потому что пятый говорит, я Марту нахожу, я ее за попу ловил именно таким образом. Она у меня сидела, говорит, короче, он хвастается, как он находит Марту. Люди ж смотрят, ребята, все. Борщ находит Марту, если вдруг вы не заметили. Я 6-я красная, потому что мне кажется, что просто она не черная. Плюс я не знаю, кто 2, но все заигрывали 2. Я не знала, почему, потому что речь его не слышала. Она подвыкинула 2. Мне кажется, есть нет смысла, поэтому 1, 4, 5, 6, много красных. Где у меня акцентировано красные 5, 6, 1 я добираю... Смотрите, вопрос к пятому есть. Вот шестой игрок сказал, что передает цвет седьмому игроку. От этого она черная становится или нет? Просто у вас, когда человек, ну, оговаривается, так нет, не черная, а четвертая черная, да? А первый сказал, что шестая красная, поэтому в 1-5 есть маф, понимаете уже? Но нет, на самом деле я так смотрю, не думаю. Хочу применяю, хочу не применяю. А, смотрите, мне первая речь не особо понравилась, но уже позиционно кажется так, что 1-2 как, ну, максимум один маф, скорее даже оба красные, наверное, потому что четвертая сказала, что второй красный, вроде третий сказал, что второй, ну, короче, много сказали, что второй красный. Мне
Понравилось, с одной стороны, что второй в первом покопался. С другой стороны, как покопался, не понравилось, потому что мне именно показалось, что это очень неорганично было в конце. То есть просто странно, никто еще не начал как-то полагаться на наше познавание цветов 1-2-8. А он уже как-то на это забрасывает, хотя по-черному это тоже не было. Поэтому пока я играю, наверное, 1-2, четвертая отдельно понравилось. Вот, да, игрок номер 6. Ну, я всегда вы меня просите проверку. Снимите меня в девятке. Лучше сделайте себе полезную какую-то проверку. 1-2-4-6, пока что так. О, так, ну, проверим господина Лосиора. Я играю 1-4-5-6-7. Это такая большая, как бы, команда. Но в этой команде может быть двойка черных игроков 5 и 7, потому что мне очень понравился игрок номер 5, но когда седьмая начала объяснять, почему красный 5, а потом сказала, что играет с игроком номер 6 просто потому, что не за команду, то есть вы поняли, я тоже сыграла 1-4-5, но 6 она играет не за команду, а просто потому что. Мне это немножко слух резануло, но пока я отпущу это все, играю 1-4-5-6. Один, мне кажется, если бы достал черную карту, ему сложно было такой эмоционал показать. 4, мне кажется, хорошие аргументы по игроку номер 3 привела, потому что мне тоже кажется, что когда инженер именно красный, он именно какой-то больше агрессивный, нету вот этого добродушия какого-то. Тут он подарил цвет игроку номер 2, который не очевидно для меня красный. Ну, пока так, короче. Проверила бы 8. 1-3, 2 по 6 в 1. Это просьба господина Алекса. Смотри, про то же, то есть, если у тебя подозрительный 5-7 вместе потенциально, значит, команда LCR не так уж и плохая, тогда зачем проверять LCR, если он сразу выкидывает тех людей, которые подозрительны для тебя, поэтому я думаю, красный Олси, подозрительная ты, Нина, вот. Я вам скажу, вчера инженер шерифом очень с добродушной улыбкой шестого бокса сказал: «Господин Йети, я вас люблю, ценю, уважаю, на руках ношу». Он был шерифом, это было с улыбкой и со всем тем, что обычно ему не свойственно. Кстати, да, я тоже часто, в принципе, вот по такому маркеру против него играю. Но как бы я его черным не посчитал. Вот. Я пока сыграю в команде восьмого игрока, с самим восьмым игроком, и мне достаточно. 1-3, 2 по 6 пилятся. И я подозреваю, кстати, что паника черная, прям очень. Для меня проверка куда-то в 3-9, самые непонятные для меня речи. Мне кажется, очень натужные были речи у 2 и 3. 8 не стоит проверять, 10 считаю красным, 6 для меня абсолютно красная за все мысли, которые она высказала, и за то, что она первой выкинула 2, и за то, что она захотела объединить 4 и 5. Сейчас нет уверенности, что красный 4 именно за то, как она хотела донести, что красный 2. Я не думаю, что 2 прям такой очень красный. Я точно играю 6, я скорее играю с 5-10. 3-9 какая-то проверка нужна, чтобы разобраться, что там дальше. Так а что, со мной никто не сыграл, кроме игрока номер 10? То есть, а вы хотите мою проверку, чтобы что? Чтобы понять цвет 10, 4 показывают 10 красные. Ну, странная речь от игрока номер 1, не понял. То есть, не понял игрока номер 8 еще. 8 сказал, много сыграли с игроком номер 2. Много это 3, 4, 5. 6 и 7 не играли с игроком номер 2. Господин Алсиор, ваша наблюдательность, я ее ценю, но в этой игре это было странно. Поэтому, мне кажется, актуальная проверка между 6 и 8. Между 6 и 8, лол. Странно очень. Ну, сложно будет сыграть от красноты, конечно, третьего игрока. Я бы пильнул, типа, что-то типа 3-9-10 сейчас. Что 10-й говорит 9-й очень подозрительно, 4-й подозревает 10-го. В 1-4 должен какой-то черный, правильно, по идее, уже. Хотя 1-3 не вместе. Она сама сказала, что 1-3 не вместе. Странно, странно. Я бы, кстати, поднял, если честно, приподнял бы. Ну, я завтыкал вроде. Да, надо было. Ну, короче, надо было кликнуть. Лсер, домкрат поднимаем. Но первый не красный. Первый не красный за свою речь. Я вот, правда,
я сейчас немножко завтыкал, что именно он сказал такое странное. Но проверка между 6-8 — это абсолютно абсурдная проверка, где 10-й ручался за то, что он сказал, что он играет в команде 8-го игрока с 8-м. 9-й я сказал, что у меня команда зашибись, где я выкинул 5-7, сказал, я не очень. А в 9-10 есть маф. Один меня заигрывает, второй меня не заигрывает. Наверное, я же уже красный. А проверка 6, за которую первый говорит 6-я красная, 7-я говорит 6-я красная, и он просит проверку в 6-8. Короче, сейчас посмотрим. Не, ну третий прямо очень плохо поговорил сейчас. Как неожиданно, как неожиданно. Ну, я так не думаю. Я оставлю вот так вот. Это не жестко, я не шериф. Ну вот, поставила, как показалось. Мне не показалось, что, скажем, 1, 3, 2 черных, там может быть один черный. Вот, между 3, 8, 8 чернее, чем третий. Почему? Третий мне плохо поговорил. Вот, третий 8, сказал проверка, ну, короче, 6. Мне показалось, что 3 поговорил лучше. 10-го речи мне очень понравилось. Я думаю, между 8, 9, 1 черный. Абсурд. Вот, короче... Единственный вот реально уверенный цвет – это 10-й красный, 8, 8 красный. Может быть, я бы играла с 10-м, вот, наверное, не против первого. Есть какая-то игра, в которой Дракоша не даст меня черным реально? Так, я выставляю игрока номер 1. Я, честно говоря, не понимаю. Вот ему очень понравилось то, что меня выкинул игрок номер 6. Ну, типа, первая выкинула, поэтому он назвал ее красной. А почему ему понравилось, что меня выкинул игрок номер 6, он не объяснил. Ну, просто понравилось. Вот, я хочу просто понять. Меня игроки 3, 4, 5 назвали красными, после этого 6 говорит, что я не красный, после этого 7 говорит о том, что, типа, она просто прослушала речь, 8 со мной заиграл, 9 не заиграл, 10 заиграл, а первому именно понравилось. Понравилось, что меня начали выкидывать. Поэтому мне кажется, что игрок номер 1 здесь черный. Мне от этого кажется красная 4, но я при этом не чувствую, что 3 черный игрок номер 4, понимаете? Я при этом не чувствую вот инженера, ну, что он достал черную карту. Вот. Мне кажется, много красных игроков в 4, 5, 8. Не знаю, кто такая 9. Она со мной не заиграла. Кто 10? Ну, и, слушай, Нина, ты любишь со мной заигрывать? Ты любишь со мной заигрывать? Когда ты со мной не заигрываешь, ты обычно черный игрок. Ну, буду ждать пламенную речь господина Алекса 007, чтобы он объяснился, почему я черный. Вот. В команду с Адлером он меня уже не свяжет. Адлер показал, что он черный. Вот. А, Адлер больше черный. Так я красный тогда. Все, ребята, голосование 1-4. Я пока выставлю вот эту прекрасную даму за аргумент, потому что инженер зачастую делает так, инженер зачастую делает сяк. Я делаю так, как мне угодно, и так, как у меня... согласуется это с настроением. Тим, вот сегодня я один, завтра я другой. Инженер Андрей, вот. Я помню. Но надо рабочие аргументы находить, госпожа протеже. Мало того, вы не вцепились ни в одного игрока. Вы красное вцепляетесь кого-то в глотку, прям душите этого игрока. А вы просто назвали аргументы того, что сказала Адлер. Адлер вообще в конце сказала, что она не уверена, что я черный. Может, ей так подумалось. Вот. Не хочу играть против 5-7-10. Так, смотрите, в 5, 7, 10, значит, красный, там нет красного цвета 8. А где вообще какое-то слово в речи в игрока номер 2? Игрок номер 2, у вас есть красная проверка игрока номер 8? Ну, кивните, да, нет. Ну, мы ждем. Игрок номер 2, нет. Вы сказали, что вы считаете 8-го игрока игроком красным. Все, что сказал 8-й игрок, было, что вы очень подозрительный, и несмотря на то, что вообще вас заиграли, вас не нашел 8-й игрок игроком красным. Он сыграл так, но это было в его речи. Для меня подозрительные игроки 2-3, оба, возможно, от этого может быть красный игрок номер 1. Сейчас для меня второй поговорил очень плохо, поэтому первый, опять же, может быть красным, но вместе с игроками 2-3. Мне не понравилось, что первый игрок ни слова не сказал о третьем игроке, а для меня речь третьего осталась подозрительной. Для меня абсолютно красный 7-й игрок. Вот я играю с ней, маловероятно вообще что-то произойдет в нашей жизни. Ну, может быть, с двух сторон проверенная черная, но мне так не кажется. Вот я не играю против 5, я сейчас не буду играть против 10, но я не очень хочу играть против 9, я хочу играть против 2, 3, 8. Почему ты не хочешь играть против 9, господин? Я показал, что я эти красные, когда он объяснил, почему черная 9.
Это просто, ну, неадекватно. В смысле, нужно играть против девятого игрока, поэтому не нужно подозревать третьего игрока. У меня, типа, на перестрелке, у меня просто 1-3 сидят с разными позициями, поэтому вы получаете руку за подъем, поняли? Не ставил это давненько, я вам скажу, я не ставил это с первой игры со стрима Walls. И потом там были турики, и меня не поймут, я решил, буду не ставить, поняли? А потом снова поставил за подъем. Вот, мне показалось, что между вами должен быть мав, ну, с вашей позиции. Я играю с десятым игроком, атакую девятого игрока. Вот, вы получили свой бонусик за то, что поставили руку за подъем, но мне не нравится, что вы играете конкретно против 2-3, забывая о девятом игроке. Если у нас девятый черный, а я думаю, что девятый больше черный, а третий не черный, может быть, только именно второй черный игрок. Вот, восьмой. Черный, просто... ребята, поддержите меня. Что? Где твои черные? Я не знаю, может, они тебя уже все продали, может, у тебя проверка летела, я не знаю. Я, куда, кстати, кто просил проверку восьмого? Вот, поднимите руки, зачем вы этим занимаетесь? Я не понимаю, поняли, типа? Я не... Странно, потому что мне казалось, что хорошее голосование в игроках 1-4, и только в 4 сказала, что никогда ничего в нашей жизни не произойдет, она немного да, смягчила. Саша, я не бог, я смертна. Не хожу по воде, не делаю из нее вино. Ну, давай просто для проформы выставим тебя. Вот. Ну, люди смотрят, пополыхай красиво, не знаю. Вот. Мне кажется, девятый игрок не красный. Объяснение. Думала, пятый не черный, но когда седьмая объяснила по пятому, я подумала, что черный пять. Мне кажется, ну, я все использую, когда я черная, но я не буду единственного своего черного объяснять, почему он красный, еще и придумывать такую ерунду. Я играю в плейке, не на турнире. Я не выкладываюсь сюда на полную черным игроком, поэтому скажу, что 5-7 вместе черное – это плохо. Дырку 8 не хотела, потому что все сказали 8 черный. Он проверится, он ничего не поймет. Он нагренный на всех, он не поделит правильно. Вот. Ничего себе, госпожа Паника, поделю правильно, поверьте. Вы точно будете в попиле, не переживайте. Это будет для меня очень правильный попил. Быстрее следующий, может, начнем. Я не знаю, почему кто-то сказал, что я черный, когда 10-й игрок сказал, что я акцентированно красный. Почему 9-й... я поперед? Вы проверку не просили. 9-й игрок заиграл в моей команде. 10-й игрок сказал, что я акцентированно красный, играет в моей команде со мной. А, смотрите, первый игрок заявил, что шестая красная, шестая отстрелянная. Третий попросил проверки между 6-8. Третий игрок забивает бесполезные проверки, где нужно 1 и 10 проверять в таком случае игрок номер 3. Вообще не понимаю, откуда у четвертой взялась игра против 2-3-8, когда 9 и 10 оба как бы сыграли в моей команде, одна без меня, второй со мной. Ну, то есть это очень странно, если честно. Игрок решит, что вы против 9-10 не играете. У меня сейчас голосование между что-то где-то в 3-4, наверное. Потому что вот эта вот игра в 2-3-8... Когда 9-10, ну, как бы, 10-й сказал, что 8-й у меня самый красный, типа как, я вообще не понял. Поэтому, а 3-й в меня проверку забивает. Вот, но я бы сейчас 3-го голоснул. 9-й не нравится. Блин, ребята, я просто в шоке, я ничего не понимаю. Я не понимаю, как можно... Вот, ребята, я подарила цвет игроку номер 1, сказала, не думаю, что он будет черным игроком, такую речь говорить, достав в первой игре черную карту. Блин, черная у первого. Сказала, мне понравилось 5. Играю 1, 4, 5, 6, 7. Пятый берет и меня выставляет. Игрок номер 7 всю речь посвящает тому, что я черная. Ребята, я с вами сыграла, вы против меня играете. По вашей версии, если я черная, я сыграла против какой-то своей двойки черных. Ребята, я показала на проверку 10. Объяснила, почему типичный черный инженер Андрей не сыграла с 2 и попросила на проверку 8. С кем из 2, 3, 8, 10, то есть я со своей двойкой просто проснулась в первой игре черные и решила их тихонечко послать в этой игре. Я так не делаю, я играю со своими черными игроками, особенно за сильным хорошим столом. Поэтому все, я не знаю, куда голосовать. После ваших речей не хочу трогать 10, хотя на него проверку просила. Наверное, проголосую между 2, 3 куда-то. А почему не в 5? Ты называешь черным меня, пятый называет красным 5. Давайте смотрим. Слушайте, адекватное голосование — это игроки 5-9. Свободное голосование по счету игры. У них есть контрпозиция по цвету 10. Да, без разницы между 2-3. Там непонятно. Есть между 5-9 мав. Одна считает, ты откуда это выставление достал? Уходи. С воздуха достал. Смотри, после меня сидит игрок номер 1. Он меня не выставит. Потому что он подозревает тебя, а не меня. Видишь, Баршевский, все плохо для тебя, братишка. Поэтому голосование 5-9, как, куда хотите, как хотите. Все. Пятый назвал меня на речи супер красным. Спасибо большое, Ларионе. Выставил протеже, протеже не атакует 5. По-моему, это для подписку. Вас супер странно, правильно? Голосование 5-9. Спасибо. Да не, Борщ, ну, был бы здесь проверенный черный, ты бы его выставил, правильно?
Не, смотрите, ребята, я хочу выставить два. Я не считаю 10-го супер черным. Он в ноль. Очень крутые аргументы. Да-да-да, факер, отлично. Все, я выставлю два. Смотрите, в ноль у 10-го были очень хорошие аргументы, почему черная 9. И 9-й игрок, смотрите, вот вы показывали, например, так, давай ее снимем. Вы для меня... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 9-й игрок для меня подозрительный именно за проверку 10 через мою голову. 3-й игрок для меня подозрительный за то, что он просил проверку 6, когда я сказал на речи, что абсолютно красная для меня 6. Батя, сейчас я выключу риф, сейчас у нас вскрылся. Поэтому для меня именно 3-9. Я не понял, кто-то вскрылся, я не очень обратил. Ребята, ребята, пожалуйста, пожалуйста. Я товарищ Борщ проверенный черный, забрали Борща. Ну, хорошо. Смотрите, второй игрок просто понял, что он уже найден. Но не было, он в речи просто пересказал, кто с ним сыграл, кто с ним не заиграл. Какой он шериф? Вообще, забудьте. Снимаем 5. Не, первый проверенный черный — это плохо, если честно. Мне уже кажется, первый красный. Смотрите, абсолютно красный 8, прям не рассматривая варианты, при которых 8 черный. Так, 3, 4, 7, да. Мне кажется, больше всего оснований проголосовать меня у инженера по совокупности разных факторов. Но, смотри, вспомни, что в 0 четвертая очень хотела донести, да, что красный 2. Я советую проверить 4. Ребят, я, конечно, мог бы быть черным в команде с 10-м игроком, но, поверьте, в этом случае я бы не агрился на проверку 10. Я бы не подозревал никого за проверку 10, потому что 10 мой дон, который вскрывается. Мне плевать, что кто-то хочет на проверку 10. Вот и все. Да, так я это. Я буду стрелять только в 10, я не шучу. 5-й игрок, проверенный шериф. Я дон. 5-й игрок, ну, придется щиты использовать, да, на всякий случай, давайте. 5-й игрок, проверенный шериф. Я дон. Мои черные стреляют в 5. Я не шучу, я дон. 5-й игрок, проверенный шериф, стреляется 5. Так и не понял, ребят, в кого стрелять надо, если честно вам скажу, реально, задача непростая. Че, ребят, кого стреляем? Куда в 2 ставлю? Да 2 дон, я думаю. Самострелиться надо, думаете? Так, надо побалансировать. Первого заголосовали, заголосуем 5-го, правильно? Че-то мне не хочется версию 2-го катать. Ну, вот такое, знаете... Понимаю. А, промах! Опача! Так подождите, я сейчас еще с двух сторон красным окажусь. Как вы думаете, кто в этой игре пострадает? Не, не пострадает. Вот, ребята, все очень просто. Вот кто Адлер даст черную, серьезно, я в нее проголосую вообще без зазрения совести. Вот, или девятую лучше. Вот компанейка 4-9, ребят, аргументы по инженеру. Вот можете меня черным давать, ребят. Только я предупреждаю черных, что я за себя не ручаюсь. Я могу что-то ляпнуть, и все поймут, что я красный. Вот, ну ладно, сыграем в баланс, выставлю 5. Странное начало у речи у 10, три раза назвать цифру 5. Это что такое? Типа, пятый проверенный черный, три раза надо указать его цифру. И первый говорит голосование 2-3. А, там кто-то еще говорит голосование 2-3-8. Это 4 говорило. То есть 2 говорит, что я красный. Я говорю, что красный. Да, но мне кажется, 2-3-5 у 10-го игрока. Либо 2-5-9. Но нет другого варианта в моей голове. Я думала об этом ночью. Для меня 10-й больше шериф, что вы проверили игрок номер 2. 8-го красным. Божественно, божественно. Нет. Но мне кажется, невозможно пойти проверить 8. После того, что говорит игрок номер 1, он точно не вместе с 8-м игроком. Шериф для меня игрок номер 10.
Вот, мне показалось, седьмая вскрывается, поэтому я не хотела голосовать в игрока номер три. Вы назвали игрок номер семь и игрока номер два красным, игрока номер три красным. Мне, не знаю, ну мне хочется, я почему-то что-то меня в вашей речи так прям проняло, то, как вы заподозревали меня, взяли игроков 5-6, и при этом со мной тоже сыграли. Я подумала, что вы черный будете с более агрессивным вектором, но в цвета, мне кажется, вы не попали в этой игре. Если я права, и вы красная, то вы не попали в цвета. Мне кажется, 2-3-5-9, где вероятнее 2-3-5. Но сейчас проголосовав пятого игрока, и все, я объясню, почему подозревала 4, потому что она воспользовалась тем, что третий сказал 5-7-10, мало черных, начала речь 5-7-10. Думаю, я помню прекрасно тот видос про третьего поговорившего в 2018 или каком-то году, но меня это напрягло. Почему сказала второму, что надо вскрываться второму, если он шериф? Потому что первый начал речь с кого-то, а потом с два. Я подумала, что два умирает, это два нарочито говорил, что восьмой игрок красный. Думаю, что два игрок шериф с проверенным восьмым красным. Например, 8, давайте пообщаемся с вами. Давайте вы не будете перекручивать мою речь, я сказала, что если вы проверитесь красным, то вас проатаковали все, и поэтому, возможно, вы не найдете кого пилить, потому что когда человека атакуют все, он может не понять, кто черный. И то, что вы говорите, что вы пилить будете обязательно меня, ну, я не комментирую. Вы поняли на этот раз мою речь, или вы дальше будете перекручивать все, что я говорю? Поняли? Я сейчас ничего не понял. Ну, хорошо. Все, сейчас снимем игрока номер 5. Мне проверка 8 тоже непонятно. 2 говорил в прошлый круг речь, что красный 8. 8 не... Но смотрите, я думаю, надо всю речь провращаться ко мне двустороннему красному. Сейчас вот объясните, что-то мне за прошлый круг зачем-то обязательно, вместо того, чтобы какие-то цвета в стол дать. Смотрите, игрок номер 2. Вот вы, допустим, настоящий шериф, да? Вы должны подразумевать, что вас могут стрельнуть любой ход. Например, сейчас, да? У вас найдена двойка черных 1-10. И вот первый игрок говорит десятому: ты восьмого не иди проверяй. Реально, у меня абсолютно красный 8. Это вот мы, это коммуникация трех черных игроков, по-вашему, правильно? Вот такая вот. Первый просит своего десятого дона. А нет. Вы еще в тройку 2-6-7 на турнире не верили, кстати. Вань, ну я... Это аргументы, это не игровые, понимаешь? Мне же нужны игровые аргументы. Вот. Почему первого проверил? Как-то должна была быть какая-то классная, интересная атака в первого. Нужно было прийти к тому, что четвертый абсолютно красный, которая первого сказала, что он черный. Вот. Но как-то было очень мягко в прошлый круг, и седьмая как-то байтила тебя на то, чтобы открыться шерифом. Я что-то не знаю. В общем, у меня седьмая не красная пока что. Я играю версию десятого шерифа пока что. Вот так. Да, ну, странная речь игрока номер 4 о том, что черная команда либо 2-3-5, либо 2-5-9. Ребята, я на предыдущий круг проголосовала в игрока номер 5. Сказала, что для меня, после того, как вы не трогаете игрока номер 10, игрок номер 10 уже не атакуется. И у нее черная команда 2-5-9, либо 2-3-5. В 2-3-5 мне тоже не кажется, что есть такая черная команда. Смотри, Миша. Ну, я не знаю, получусь я в контр-команде, не получусь, но для меня проверка 8 логичная, потому что я не черная с 10, потому как 10 начал говорить против меня, он сыграл с тобой, попросил на тебя его проверку, я все руки себе сломала, на проверку показывала игрока номер 10. С учетом того, что все остальные игроки сняли игрока номер 1, но я бы тоже тебя проверила. Ты показывала, что первый в этой игре черный, а куда ты проголосовал? В 2. Ну, это же твоя жестикуляция была, на 0 ты сыграл 1-2, потом показал первый черный, а потом проголосовал в 2. Ну, это все, что ты делал. Вот. Ну, для меня пока что больше... Так, 9-9-9-9-9-9-9-9-9. Смотри, инженер, у тебя аргумент вообще прямо очень скользкий. Я на прошлой речи назвал всего 3 цифры. 3. Эти цифры были 5-9-10. Причем 26 раз я сказал 5-9 и 3 раза цифру 10. И еще один раз обратился к Алексу, панику, сказал, что он меня не выставит. Понял? Так что кого я пытался убить между 5-9, если там нет шерифа? Плохие аргументы, да, братан? Понимаешь, да? Что-то плохо, плохие аргументы. А динамика минус 3, по-моему, тоже поплава. Госпожа Адлер, вы панику подозреваете или нет? Просто смотрите, я в ее цвет, ну, в недавних играх достаточно неплохо попадал. Сейчас уверенности в ее красноте у меня нету. Я сделаю проверку между 3-9, как вы хотите. Скорее всего, девятого игрока. Но просто на заметочку вот свои мысли вам.
Смотрите, я шериф, сижу такой с первым проверенным черным, как бы все его выставил, говорю, вот он мне подозрительный, мне так не нравится. Мне седьмая просто просит скрыться, потому что говорит, ну пришло время. К тому же первый начинает уже акцентированно делать атаку в меня. Смотрите, я иду проверять восьмого, восьмой мне говорит, ну это не игровые аргументы. Слушай, у меня в той игре тоже шиза какая-то развилась, которая оказалась правильной. Я подумал, а вдруг это вместе команда 1-8-10? Ну ты же так определился, ты ставишь руку в меня. Я не понимаю, почему ты это делаешь. Пока первый черный, а потом просто одной рукой выбрасываешь ее в меня. Я иду проверять тебя, нахожу тебя красным. Ты говоришь, ты же должен сказать, что Адлер красная. Так я на своей речи в прошлый круг сказал, я первого подозреваю, первый черный, от этого у меня красная 4, но только я не нашел третьего черным. Что? Кто черный? У меня, ну, 10-й черный, 1-й проверенный черный. И кто? 5-й показывает, что 4-я точно черная. 9-я скользкая, может быть, 9-я черная. Я не знаю. Так, надо 0 вспомнить. Черная команда 2-5. Что сказал 5-й? 5-й сказал на 2-й красный. Уже. Ну, где резной палисад? Нужно ответить себе на вопросы. Игра не сложная. Нужно ответить себе на вопросы. Вопрос номер 1. Это как он проверил меня? Когда я показал 10-й красный, 9-й черный на его позиции, он пошел проверил меня. Это вопрос номер 1. Думаешь, он классный? Подсказка нет. Второй вопрос. Как после того, как он проверил меня черным, он решает, что черные не игроки 3-5, условно, и туда нужно голосовать, который атакует 9-го игрока, а конкретное голосование между 5-9? Непонятно. Говорит с аргументом, что 9-й не атакует 5-го. Напомню вам, что 8-й не атакует 9-го, хотя позицию тоже имеет такую, что должен голосовать 9-й. И еще один вопрос. Откуда он знает, что 1-й его не выставит? Вот откуда такая информация у него? Вот откуда он ее узнал? Свыше послали, так там никого, я проверял. Вот. Все нормально. Ну, если проиграем, так проиграем. Мне не страшно, это не турнир, поняли, я корову не проигрываю. Вот, я думаю, вот эта женщина черная. Так, хороший аргумент у Борща, на самом деле. Мне что-то показалось, просто первый уже красный, реально. Первый дон, который проверил второго шерифа и прям призвал в него голосовать, и второй такой, типа, вскрывается с проверкой первый черный. Поздравляю всех фолловеров. Спасибо, да у меня уже не первый раз, просто там что-то откручивали 1000 фолловеров, я не знаю, боты это были или кто это. Может, каких-то старых пользователей, может, слетели. Девятое черное, четвертое черное. Ну так 3-7 у нас двусторонние красные же вроде бы. Так, давайте я госпожу Дракошу точно отправлю в свой лучший ход. Как бы пока ни разу человек еще со мной не игравший меня в лучший ход не оставил. Ни разу, ни разу, госпожа Дракоша. Такс, короче, смотрите. Мне показалось, Нина, я тебе объясняю, что почему я, в принципе, подголоснул вообще во второго, потому что мне показалось уже на прошлом, то есть, когда он, короче, зарубился с четвертой, мне показалось, что первый черный, потом по вот этому кругу уже, который был первому, вот, мне показалось, что первый красный, поэтому проверка второго, первый черный, я ее просто не мог схавать. Вот, команда 1-10 и 1-4-10, да, получается? Вот, где-то четвертая сказала, что третий черный. Потом сказала 1-4, начали говорить, что первый черный, четвертый черный. Да не, 10-й шер, короче, для меня. Для меня 10-й шер, вот, проиграете, ну, проиграете. Ну, это, конечно, максимально забавно. Причем мне больше всего забавно, как возмущается игрок номер 9, почему ее подозреваем. Ведь она так хорошо проголосовала. Так именно потому, что вы так проголосовали, мы вас подозреваем. Ладно, я просто хотела затулить руку с седьмой, она хотела проголосовать, ей почему-то верилась, не сразу не верилась, что второй шериф, откровенно скажу вам, седьмой игрок. Потому что для меня второй поговорил хуже всех на тот круг, я это сказала на своей речи, несмотря на то, что назвал меня красной.
Вот. Но мне хотелось проголосовать вместе с вами, но потому что вдруг я ошиблась, вы попали. Вот вы во что-то попали. Спасибо вы большое, попали Деврал, в цвет третьего. Спасибо большое. Это хорошо. Спасибо большое. Вот. Мне показалось, что девятая не может не понимать, что десятая ее атакует, и ей нельзя голосовать вместе с десятым игроком в его черную проверку, когда с десятого она самая черная. Он влияет голосование между своей черной проверкой, которую она заиграла, и ею. Поэтому с точки зрения девятого игрока мотивации никакой. Ну, не знаю, мне кажется, очевидно. Я прям даже не хочется стараться, потому что прям очевидно. Саша, ну просто не надо говорить, что я там не попала в цвета, когда я сыграла 1, 4, 5, 6. Там один черный. И после того, как поговорил инженер при девятерых, я показала, что он не черный. Я поняла, что ты подумала, что я вскрываюсь. Я показала не точно красный, не точно черный. Почему мне кажется, что черные вместе 5-9? Кстати, жаль, что игроков 8-10 не сбылась голубая мечта, и я не черный игрок. Потому что, когда я сыграла с пятым, только по нему объяснила, почему он игрок красный. Девятая сказала, до этого я думала, что пятый игрок красный, но после того, как объяснила семь, я подумала, что он может быть черный. Как будто мы заигрываем кучу красных и заигрываем черного пять, и она понимает, что кого-то надо выкинуть, и если она выкинет пять, она будет типа не с ним вместе. Вот, я кристально понятно объяснила, почему проголосовала в один, потому что мне показалось, что первый, вторым сказал номер два, два сказал восьмой красный, когда все сказали восьмой черный, поэтому я думала, что два шерифа возьму правильным красным, поэтому сказала, если ты шериф, скрывайся, но проверку восемь я не понимаю, поэтому... Подожди, Таня, ну давай разберемся. Во-первых, я сыграла все-таки, я сказала, что я в это играть не хочу. Это во-первых. Во-вторых, если я черная в команде 2, 5 и 9, то, как говорит игрок номер 4, я могу допустить, что игроки 2 и 5 черные, потому что 2 проснулся и сказал, что ему не нравится, что я с ним не заиграла, когда я красная, я обычно с ним играю, а у него ролевая карта, поэтому твой батя как-то шериф, я с тобой никогда не играю, были уже игры, если... Как бы, короче, ребят, 10-й шар, 2, 5, 9, черная игрок, команда, сказал, 1, 4, вот именно знаете, что, финальная, игрок. Как я могу считаю, голосовать, она должна... Вот, как 1 и 4 рубились, игрока, если она красная, как 2 черных, понимать, реально? Почему она голосовала в 5. Она объясняет, что я должна была поставить руку в игрока номер 1. Это во-первых. Во-вторых, пятый же сделал выкрик очень хороший. Он сказал, стреляется игрок номер 10. Че промах-то тогда? Смотри, если я уже замазываюсь, что... Первый... Да, так промах, потому что первый сказал отстрел на 5. Если черный 2... Интересно, если черный 1-4, мы с Адлер вообще не поняли, куда стрелять. Сидим в этой божьей коровке, особо ничего не понимаем. Ломаем аргументы борща. Значит, первый в этой игре попал в цвета, его дали, его атакуют непонятные люди. Он еще, когда Дракоша уходила, показывал точно красный 10 и аплодировал тому, что показывала Дракоша, поэтому он меня не выставил бы. Почему атака в 5-9? Потому что ты атакуешь жестко 9, 9 не атакует тебя, все логично, закрываю круг в 5-9, выставляю 5. Очевидно, куда моя рука на этом голосовании полетит, при этом, если бы ушла 9, я не сожалел, я ее подозреваю. Все, аргументы борща сломаны, теперь паника тебе. Значит, ты, Дракоша, взяла 4-5, ты очень легко взяла эту команду, где для меня был самым подозрительным пятый игрок, а ты еще дополнительно объяснила. У меня был черный зазор между 7-9. При этом я акцентировал на атаковал 9, и у меня была надоездно. Гелура, спасибо. Косарь на пивко. Так, ну это смотрите, что за пивко я тут четвертая говорит, и так все очевидно, но при этом она говорит, я сразу не поверила, что 2 шериф, но проголосовала в 1. Как бы, потому что 7 захотела проголосовать в 1. Вот это аргумент от четвертого игрока, если она сразу не поверила, что я шериф. Смотрите, мы в команде 2-5-9 просто разбегаемся на 0, типа я атакую протеже атакует борща, все всех атакуют, а четвертый игрок показывает на попиле 1-3 вместе черный, а уже на следующий круг показывает 1 точно красный, 2-3, возможно, двойка черных. Вот, супер, шикарно просто, идеальная игра. Короче, если пятый дает отстрел на 10, ну мы выстрелим в 10 и все. Девятая, может быть, доедет или еще что-то. Я просто не понимаю. У меня все проверки логичные. Первый сказал, мне понравился въезд во второго от 6 игрока. Пошел проверить первого. Думаю, что ему так понравилось. Он оказался черным. Восьмой ставит меня руку. Одной рукой ставит меня. Думаю, ну мало ли, находится красный. Ну что мало я сделаю? Ли. Нет, тут аргументация, конечно, жесткая. Так, Таня, ты хочешь пилить или нет? Ты голосуешь в 9? Ну, мне странно, почему Адлер уже у второго просила проверку свою. То есть она жестко определилась, знаешь, черный иногда уже просит себя, чтобы он нашел черную команду. Вот. Но мне казалось, 10-й не черный на 0. Вот.
Но он действительно разбивает все аргументы пятого, и пятый... Блин, я не помню, что пятый просто просил на проверку. 9, все, просто голосните 9, расслабьтесь, реально, ребята. 8? 8 просил, да? Блин, мне казалось на ноль, что второй или шериф, или черный. Вот. Первый действительно краснее, чем 5 уходил. Ну ладно, ты в 9 голосуешь, да? Ладно, давай побыстрее закончим, тогда я тоже в 9 голосую. Молодец, спасибо. Инженер, умничка. Но это не инженер, понимаете, это инженер в ЦЕРНе просто. Просто он нейтрино только что изучил вот этим голосованием 9. Молодец, реально. Все, все, хорошо. Хорошо, хорошо. Я обыграл Нину на черный. Три факер, я тебе показывала проверить 10. Я же показала, ну, то есть я проверкой намекала на того, то есть убиваем 6, проверяешь 10. Потом 10 утром, смотри, он не сыграл против 5, а утром на отстреле 6 он показал 5 черные. Понятно же дело, что он проверил 5-го черным. Он ничего в речи не говорил. Он в речи сыграл против меня и против 7. Вот, и ты, как бы, это во-первых. Во-вторых, ты же промазал, да? Ты не стрелял в 10. Почему? У нас нет шансов, ну, твою версию сыграть. У нас есть шанс, что либо я доеду, либо мы проиграем. Ну, что? Вот ты думаешь, пятый кричал отстрел, он прикалывался? Он хотел, чтобы я попыталась выиграть игру. Со стрелом 7 я тебе гарантирую, мы проиграем. Потому что, ну, мы проиграем. Шериф 10 больше по столу. У нас, слава богу, что сняли один без моей руки. У меня был шанс бы в угадайке что-то там попробовать, короче. Ну, это мои мысли так вот. Мне кажется, надо было убить 10. Ну да, в 1-2 должен был какой-то маф сидеть. Ну, просто у инженера вот эти проверки 6-8 так сбивает, когда люди просто тебя что-то начинают... Не, паника права в аргументе о том, что, типа, меня много кто атакует, хотя меня не все черными назвали. Меня первый сказал, что я красный, типа, вот, 10-й сказал, что я красный, 9-й поиграл в моей команде. Я не знаю, короче, у меня не было проблем с тем, чтобы в этой игре усидеть. Мне казалось как раз, что меня отстрелят, и проверка 8 абсурдная была, поэтому я уже определился с шерифом. Поэтому нормально было, было нормально. Да не, на самом деле, мне не кажется, что, типа, отстрел 10. Я думаю, что все равно бы проиграли. Ну, не, да не, я не думаю, что третьего бы выгнали. Десятый все равно считал, что девятая черная. Он же говорил 5-9 подозрительно. Он бы закрыл просто в девятую, сказал бы, снимите, типа, ну, как, после того, как отстрелил, сказал 2-5, типа, какую-то проверку в сторону до того же бы третьего. Я не помню. А какая проверка у тебя есть? Я даже не смотрел, какая у тебя проверка была. А, 4 красные. Все, ладно. Ну, да я думаю, 9 бы сняли просто. Она бы не вышла в угадайке. Так что единственное... шанс, мне кажется, это тянуть дальше линию шерифскую и все. Ну, как бы. Ладно. А, не, если бы красная проверка была бы у Йети, то без проблем бы закинули бы в 10-го, один бы маф, может быть, бы и доехал. Ну, так как две проверки было там уже. Такое. Ладно, ну что, первая разыгровочная, поехали дальше. Так я это, все круги правильно голосовал. Получается. Нормально. Так. Сейчас, ребят, мы в следующую заползем. Да, черная команда 2-5-9, шериф 10. Спасибо большое, ребят, за ваш донат, за поддержку сегодня. Вот, сабайтесь во имя новых смайликов. У нас новые смайлики, мне кажется, они очень крутые. И стильные. Вот.
А я сыграл в 0, 1, 2, 4, 6. Поняли? 1, 2, 4, 6 в 0 сыграл. Я и то, типа, где 2 у меня, короче, я изначально решил, что 2 краснее, чем первый, а потом подумал, что первый краснее, чем второй. То есть у меня была команда 1, 2, 4, 6. Короче, нормальная команда в итоге получилась. И попадет в нашего мафа. Девятая не доедет, если умрет 10, да, потому что я не подозреваю 3, не подозреваю 4. Как диверсии еще сложно. Я вообще не поняла, как первый ушел со стола. Ира, я услышала динамику, и мне было мало времени подумать. Еще Саша лезет такая, шо, ты шериф, думаю, боже. Я понял, десятый вскрылся, и там вскрылся первый. Понял? И они вместе. Я просто не понимала проверку 5, понимаешь? Десятый же что-то помнит. Я сказал, что он шериф, и проверку 5 не объяснял. Тань, я спросила у второго, шериф ли он с проверкой 8, еще сильно раньше. Я же задала вопрос. Слушай, на секунду, так проверки 8-3 не было. Не отвечайте вообще на такие вопросы. Что это за прикол? Я буду сидеть черным следующий раз, не скрываться, просто говорить. Слышь, ты шериф, а ты такой мне. Да, я такой. Хорошо, тогда я не скрываюсь. Не, я сижу, Саша спрашивает, ну факера, ты шериф? И такая, ну так, Таня, ты опять зависла. Давай, ты быстро перезагружаешься, я включаю игру. Короче, ты испугался, что мы вас уже совсем раскрыли, когда голосование 5-9, да, я еще что? Тебе о? Туда выставляю. Да я считал, парча точно черным, да а его красный выживает. Желаю повторить. У меня отстрел в панику был просто, Алекс, как бы там был. Что делать мне дальше?